Я вас приветствую. Вы находитесь у меня на канале. Это Александр Царев. И у нас сегодня третья серия Ford Ranger, внедорожник за 500 тысяч. А я не успел купить резину, поскольку пришлось немножко валить денежек в сцепление. Сегодня у нас участвует BRDM. Подготовленный УАЗ. Я думаю, что он буквально раллийный. У нас участвует УАЗик Патриот, который ездил с нами через озеро по дороге жизни. Сегодня собралось достаточно много людей, которые будут жечь на полную. Ну что ж, ребят, наша часть оффроуда еще не началась, но я вам скажу, просто присутствовать на данном мероприятии, это уже круто. То есть ребята, которые залазят и тонут, я с ними испытываю это ощущение. Я стою в небольшой ямке, я не понимаю, что я на своей шоссейке уже отсюда, возможно, не выйду. Я очень надеюсь, что у меня все же получится куда-то залезть на этих цепях, которые подарил мне сегодня Костя. Ну и дождик, сейчас идет такой дождик, мы все попрятались, это почти град, он, наверное, вот такие капли летят. У Кости сорвало рейку топливную, именно болт теперь хлещет оттуда. Есть идея забить сейчас туда кусок березы и попробовать поездить. Правда, дождь, возможно, может сейчас все испортить, и на этом может все закончиться. Нормально, можно, я доверю. Все. Там смотри, ты едешь нормально, в конце резко падаешь по капот и тут же выскакиваешь. Сейчас я медленно посмотрю. Короче, если вдруг у тебя провалилось, ты еще первый поедешь. Да все нормально в этом. Езжай первый.
Да, и назад и ходом. Ходом. Да какой ходом, блядь? Ходом надо, Костя, ходом. Надо бы сейчас камеру спасать. Если ты мне отдашь, я выскочу. Давай, 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 гребем, гребем. Отлично. Поворотник выключи. А то подумай, что мы поворачиваем. Вот, вот, давай, теперь. Вот он поплыл. Все, теперь пиздец. Давай, давай, держу. Рано, рано, Кость, ты чё? Костя, ну чё ты выскочил? Надо было дальше снимать. Ну, в принципе, мы ещё не хапанули, я надеюсь, воды. Ну, а Костя... Костя, иди за руль, Костя, ты как раз помещаешься. Давай. Костя. Шноркель, шноркель. Да, шноркель работает. А ты говоришь, пока я считаю, что смазка, все нормально. Костян, иди за руль, ты чё? Кость, а чё ты, надо было, блин, не глушить её. Да какой ты чё очканул раньше времени? Надо... В общем, нормально. Да, видишь, вон торчит. Когда шноркель отрабатывает. Тихо, не шу... Не шандарахнулся, нормально? А здесь ты же попой. Ну что вы, Константин, скажете? Иди ко мне, детка, иди, иди. Я пошел как в жопу. Свежо. Бля, такие ощущения. Мама! Очень холодно. Как ключ вставить в замок? На ощупь. Есть, разблокировался. Ну что, надо было сидеть вот так вот, выезжать. Жопа, жопа! Поехали! Жопа! Потихоньку! Холодно, жопа! Выезжаем! Там мои перчатки уплыли! О, поехали! Во-во-во-во! Ну что ты скажешь, как тебе с погруженицем? Вообще холодно? Отлично. Слушай, ты вообще просто уже просто... синий, просто к тому же. Нафиг, Костяна просто трясет. Я пойду погуляю. Заводи, заводи. Че заводи, ты с ума сошел? Да будет еще один. Капот помыть. Сигналка сработала. Сигналка, угон, походу. Кто-то угоняет тачку. Ребят, как говорится, только ленивый не был сегодня в этой луже, а умные остались на берегу. Константин, естественно, зафигачил свой УАЗик, и, знаете, нашего роуда, судя по всему, сегодня уже не будет. Хотя, я думаю, что выбираться отсюда еще достаточно времени потратится. Мы отлично же искупались, я думаю, блин, Костя сделает из этого такой экшончик. Мы сидели с GoPro-шкой внутри, успели почти утопить оператора с его камерой. Ну и сейчас у нас потери Хаммер H1 и, соответственно, возможно, наш УАЗик. Но знаете, это УАЗ. Чтобы его убить, ну, надо очень постараться. Сейчас мы его выкатим, я думаю, раскрутим свечечки и посмотрим, что у нас внутри, и продолжим. Хреново, что туча, которая идет, и она находится только над нами. Ну что, давайте посмотрим, что будет дальше. И я думаю, что даже если мы сегодня не залезем никуда, поверьте, если бы я не был моего Форда Рейнджера, я бы не находился в этой тусовке, я бы не был бы здесь, поскольку бы я сидел дома. Все, на пузатерке ты никуда не выйдешь.
Поэтому, Константин, можно вас на секундочку? Это просто жопа. Вообще, да? Слушай, это просто жопа, сидеть по плечи в воде, в машине, которая на бок туда валится. Валится, а я вылезу такой. Слушай, нет, ладно, я сваливаю, открыл, на меня вода стекает. Я не сваливаю, не-не, я открыл, чтобы ее не завалило машину, думаю, сейчас подсниму. Это полнейшая жопа. Я тут рассказываю, что если у меня не было бы Форда, я бы не находился сегодня в этой тусовке. Что бы я здесь сделал бы на X5? То же самое, не? Слишком дорого. Ладно, пойдем дальше. Смотри, как БРДМчик вылазит. Смотри, он сейчас свалится, там такая яма была. Сейчас прям в нее. Сейчас, смотрите. Да никто не планировал, я-то была в конец взял. Клевать вниз, туда бросай газ. Еще. Вот, теперь надо правее. Посмотреть, где у нас чуть там. Чуть правее, я знаю. А мы там не вылезем же нигде. Почему? Вылезем вот сюда. Где? А куда вот мы туда. Потом? А, вон вот туда? Чуть левее БРДМа. Я тебя понял. Ну, давай, надеемся. Опа! О! Осторожно, там люди! Ну, в принципе, видите, даже на нашей резине мы что-то можем. Ну что, я думаю, что мы еще в дорожке сделаем заключение. Ну а вам спасибо, что зашли. Я думаю, что все же оффроуд с хорошей резиной у нас еще будет.